здесь у меня будет предложение цветника. Купила 4 хвойных, сделала для них лунки. Необходимо во все лунки налить воду и хорошо-хорошо пролить. Налила воду в эти лунки, и надо, чтобы эта вода полностью ушла. Вот как там. То есть насытить полностью эту почву влагой. Этим хвойным нужна кислая почва. Поэтому вот так. Хорошенечко, хорошенечко. И сейчас добавлю сюда грунт. И смотрю, как выглядит это растение. Посажу и хорошо-хорошо полью. И присыплю тоже перепущенный можжевельник через дробилку. Не залить воды. Пусть впитается. Видели, что там сухо было в горшочке. И сейчас добавлю этот можжевельник. И как мне пояснили, очень хорошо проливать сверху. Ну вот, сейчас посажу все и покажу, как будут выглядеть мои хвойные на участке. Ни на одном я не вижу, чтобы это было название. Везде все одинаково, хвойные. Смотрю, корешочки. Видели, что очень сухой был, хотя я здесь поливала, пока они были здесь пристроены. И сейчас еще хвою добавлю по краям, везде, чтобы была хвоя. Запах от можжевельника идет чудесный. Все. Сами веточки не заглубляю, не хочу. Пояснили, что это невысокое. И опять поливаю. Хорошо прикроет все. И опять мульчирую можжевельником. Так. И опять проливаю. Название голубой. Так, и смотрю, корешки здесь. Методом перевалки. Здесь не так легко. Но то же самое. Хотя здесь кое-где вот есть белый. Тут еще, значит, эти все-таки лучше. И добавляю и в эту лунку тоже хвою. Хорошо, что у меня на участке много можжевельника. И сделала прореживание. И так, надо, чтобы вместилось хорошо. Так, хвоя по краям. По бокам везде должна быть хвоя. И сейчас грунт. И хорошо-хорошо пролью. Пока вот здесь 4 хвойных и барбарис –